компания Land Rover, желая опровергнуть заявление конкурентов, что создает исключительно паркетные внедорожники, которые способны ездить быстро и динамично только по идеально ровному асфальту, провела уникальный тест самой мощной своей модели Range Rover Sport, оснащенную мотором мощностью 550 лошадиных сил. Машине предстояло на всесезонных шинах Michelin продемонстрировать свою резвость на асфальте, траве, гравии, снежной, грязной и песчаной дороге. На первом испытании на скоростном треке в режиме динамик Range Rover Sport разогнался до 100 км в час за 4,7 секунды. Второе испытание проходило на мокрой траве, и для этого теста пилота был выбран режим трава, гравий, снег. В итоге, несмотря на коварную мокрую траву, Range Rover Sport умудрился разогнаться до 100 км в час за 5,5 секунд. На гравийном покрытии разгон машины до 100 км в час составил 5,3 секунды. На снежной с ледяными участками покрытия динамика разгона составила 11,3 секунды. На грязном покрытии песке Range Rover Sport также показал отличный результат. 6,5 секунд на грязи и 5,5 секунд на сыпучем песке. Ну и чтобы доказать, что Range Rover Sport не только способен быстро и динамично гонять на любом типе дорожного покрытия, но и способен штурмовать тяжелое бездорожье, устроители теста отправили машину преодолевать каменистое бездорожье с уклоном 32 градуса, с которым Range Rover Sport без особых проблем справился. К сожалению, несмотря на отмены ездовой характеристики Range Rover, у него есть один жирный минус. Из-за чрезмерно сложной электроники машина нередко ломается, и поездка по диким уголкам природы чаще всего заканчивается поиском трактора.